Я обычный, ну, как говорится, человек, который, нас миллионы таких, как я, понимаете, и почему здесь меня вдруг, меня? Я в восторге от всего этого. И когда я сюда приехал, я вообще был поражен вот той добротой, лаской, вниманием вот этой нашей газеты «Аргументы, факты, поменяйте». Изумительно. Люди как-то вот чистосердечно, по-доброму, по-человечески относятся вот, ну, к нам. Спасибо огромное. Газета, это одна из самых народных, наверное, популярных газет, которую я читаю там с незапамятных времен. Вот, и мне просто хочется пожелать ей сохранять тот же уровень, потому что это нелегко оставаться популярной в условиях такой большой конкуренции сейчас изданий различных. К тому же еще сетевые издания создают совершенно другое поле. Ну, удается, тем не менее, молодцы. Мы рады, что бренд «Аргументы и факты», которому доверяют миллионы читателей по всей России, дает нам право вручить особенную награду людям, предприятиям, организациям, учебным и медицинским учреждениям, которыми по праву может гордиться наша земля. И для нас большая честь отметить их успехи и вручить заслуженные награды. Есть легенды исторические, которые останутся с нами навсегда, а есть те, кто сейчас и здесь прославляет наш регион. Впереди у нас еще много интересных проектов. Наша первая номинация называется «Человек-легенда». Она вручается людям, которых знают и уважают все, чья жизнь стала символом света, добра и самопожертвования. Мы приглашаем на сцену члена Академии российского телевидения, заслуженного работника культуры России Татьяну Черняеву. Здравствуйте, дорогие коллеги, друзья, а тем, кому меньше 45, здравствуйте, мальчики и девочки. Как желал этой победы юный боец, пулеметчик Иван Кладкевич. Он ушел на войну, когда ему было 17 лет. Он сражался в кровополитной битве под Оржевом, где был тяжело ранен и чудом спасен. Мы рады приветствовать здесь ветерана Великой Отечественной войны Ивана Евгеньевича Кладкевича. Иван Евгеньевич сегодня здесь с нами на нашей сцене.